Первое рабочее заседание временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский посвятил началу отопительного сезона. На сегодняшний день теплом обеспечена вся социальная сфера и жилой фонд региона. Исключение Иваново и Кохма. Здесь количество отапливаемых зданий стремится к 100%. Зампред областного правительства Максим Громов подтвердил, что в ходе подготовки к зимнему периоду коммунальщики заменили ветхие трубопроводы и 45 километров электросетей. На работу ушло почти 500 000 000 рублей. Для граждан, у которых остались вопросы, связанные с подачей тепла, работает горячая линия госжилинспекции. Номер вы видите на экране. С начала октября на нее поступило почти 800 звонков.